Воздушная гавань. Штиль здорового человека. В World of Tanks появился новый режим. Называется разведка боем. Время от времени картошка будет запускать этот режим на неделю. И каждый такой запуск будет включать в себя три новые карты в этом режиме. Покатав каждую карту по 6 боев, можно пройти опрос на данной карте. И проведя в целом 20 боев, можно выбрать карту, которая вам понравилась больше всего. Также по мере того, как вы будете играть на ней 50 боев, попадая в топ по опыту, вы будете получать какие-то там небольшие наградки. В целом режим мне показался очень интересным, поскольку изучать новые карты для меня лично это развлечение одно из самых лучших в игре World of Tanks. Я люблю новые локации, новые местности, поскольку придумывать и находить позиции на ходу это гораздо интереснее, чем закатывать одни и те же заезженные позиции из боя в бой, что мы делаем уже многие годы. Понятное дело, что в первых боях все получается гораздо хуже. Но вот вы на экране видите, наверное, первый или второй бой на карте «Воздушная гавань». Какое же красивое название у карты. И сама карта очень красивая. Атмосферная, локации выглядят очень монструозно. Огромные дирижабли, разрушенные ангары очень большие, выглядят массивно, кайфово, прям очень атмосферно. Железная дорога тоже выглядит довольно-таки атмосферно. На мой взгляд, карта очень классная именно по атмосфере и по визуалу, просто 10 из 10. Что касаемо геймплея, на мой взгляд, на карте он очень разнообразный, интересный. Большая часть карты, а именно центр и ангары, напоминает карту Штиль. Только вот ангары на карте Штиль выполняют роль просто парочки проездов с небольшими там какими-то скалами посередине и все. А здесь огромные ангары. Центр такой же, но гораздо компактнее, уже интереснее и приятней. А вот Штиль получился какой-то широкий, с небольшим количеством укрытий и не такой компактный. Получается, что центр находится далеко. Зачем-то не нужны огромные открытые поля. Тяжам тяжело доехать на фланг для тяжей. А вот карта «Воздушный порт», в ней все нормально, в ней все исправлено, что было плохо на карте «Штиль». Центр, по ощущениям, не находится очень далеко от баз. И при этом укрытий достаточно, ты едешь, чувствуешь себя безопасно. Легко доезжаешь на фланг, где у нас находятся ангары. Огромные здоровенные здания, в которых есть дыры в стенах и в крыше. Но артиллерия мне ни разу туда не закидывала, возможно, еще не научилась, но в целом там очень много укрытия, и в большинстве случаев арта туда даже не имеет прострелов. Также фланг у нас еще имеется, где у нас железная дорога. За железной дорогой много холмов, много пространства, раздолье для СТ-шек, ПТ-шек и ЛТ-шек. Одни светят, другие прикрывают, удерживают позиции. Карта получилась целиком и полностью играбельная, красивая, атмосферная, разнообразная и кайфовая. Давно не получал такого удовольствия в World of Tanks, и только эта карта смогла мне за последние годы подарить столько ощущений хороших и приятных, когда я на ней играл. Ни единого минуса я нигде в карте не увидел, никакого-то там косячка. Карта смотрится полностью доделанной, она смотрится целостной и уже в принципе полностью готовой. Если на остальные карты в этом режиме в новом посмотреть, то в разведке боем вторая и третья карта, а это Застава и Дальний Восток, они и визуально какие-то недоделанные, и смотрятся слабее, и в целом так себе. Но про них поговорим отдельно, про каждую из карт я сделаю видос. В целом, когда я начинал играть в World of Tanks, карты новые появлялись очень часто. Штук по 13, по 15 в год. Сейчас же новые карты появляются чуть ли там не одна в год. Это очень мало, это очень скучно и неинтересно. Лично для меня, поскольку раньше они не то что новые добавлялись, так они еще и менялись чуть ли не каждый патч в плане доработок. Сейчас по полгода этот Руинберг ковыряют, кустик туда-сюда совают. То в одно место, то в другое, то стеночку добавили, то убрали. Это надоело. Но после того, как я увидел эту карту, я понял, что надежда есть, что World of Tanks может быть нормальным. Если все карты довести до ума или добавлять новые, которые будут на таком же уровне, как Воздушная гавань,
то игру World of Tanks можно смело назвать хорошей игрой. Но это лично мое мнение про эту карту. Мне понравился центр, там очень хорошо, удобно, приятно играть. Ты можешь играть от башни и вперед на вражескую сторону смотреть. Когда танки продавили ангары, ты можешь играть от башни в эту сторону. Можно откатиться назад, чтобы из ангара у тебя не расстреливали посреди поля в центре. Также на центре есть еще канавка посередине, такая же как и на штиле, что тоже добавляет вариативности. Также можно уехать еще в сторону железной дороги, там есть яма, которая может быть понадобится в конце боя. Но в начале боя там делать точно нечего. Также возле каждой базы есть у нас места для ПТ-шек и для тех, кто любит покемперить. Очень сильно похожие позиции, как на штиле. Скалы перед обрывом, возле которых деревья и кусты. Есть место, где могут люди прикрывать центр. Также за базой тоже есть позиции, в которых можно в конце боя еще встречать врагов, что немаловажно. Увесистый объем на карте занимают разрушенные ангары. Они очень огромные. В них внутри очень много холмиков, насыпей, укрытий для тяжелых танков, где можно играть от борта, от башни. Также там есть еще такой мост между двумя ангарами, на котором можно играть от башни, можно простреливать центр, если на центре кто-то будет играть неаккуратно. И можно от башни еще стрелять в соседний ангар. Не только вдоль этого мостика. Также посередине моста есть плита, за которую можно спрятаться на низком танке с бронированной башней. Но вот сбоку укрытий там нет, только спереди. И если вражеские ангары еще принадлежат врагам, то лучше туда не упарываться. Вариативности в ангарах очень много, играть там крайне интересно, как и на центре. Это направление для танков с бронированными башнями, с УВНами, для тяжелых танков, которые могут играть от борта, от башни. На центре, в принципе, тоже очень интересно играть на бронированном танке от башни, по типу Кранвагена, или кататься на СТ-шке, ЛТ-шке, которая подсвечивает. Центр и ангары получились на этой карте крайне интересными. Также, если посмотреть, что находится на железке и за железкой, там очень много рельефиков, позиций, на которых можно играть от башни, можно стоять в кустиках, прикрывать союзников. На карте очень много интересных, вариативных, разных позиций. Я считаю, что здесь себе место найдет любой класс техники. В этой карте мне докопаться не к чему. Ни единого минуса я не вижу. А вот к чему я могу докопаться, это к опросникам и к тому, как в целом организован этот режим. Получается, мы играем на каждой карте по 6 раз. И можем уже после 6 боев на карте проходить опрос. Но после 6 боев на карте мы не видели большинства ситуаций на этой карте. И по сути не на все вопросы в опроснике можем отвечать. Да, там есть вариант ответа, что мы просто не знаем, затрудняемся ответить, но это не дело. Получается, что люди этого не попробовали и не знают, какой у них будет ответ на это. На мой взгляд, 6 боев это мало, и нужно еще подталкивать людей для того, чтобы играть на разных классах техники, на этих самых картах. На тяжелом танке в целом можно играть на всех этих трех картах, но на тяжелом танке самая лучшая воздушная гавань. С горем пополам можно играть еще на заставе. И всего лишь одна адекватная позиция на Дальнем Востоке. И в целом карта так себе. В конце боя, конечно, на ней можно поиграть. Там много разнообразных рельефов. Но в начале боя карта крайне не очень. Вот и получается, что адекватно пройти опросник нельзя. А это значит, что не всегда можно получить адекватный ответ на этот опросник. Пройдя эти тесты, люди могут выдать непонятный результат. И не факт, что хорошая карта пойдет в релиз. Ведь это мое мнение, что карта «Воздушная гавань» очень хорошая. И ее можно добавлять прямо сейчас, вот прям завтра уже можно добавлять, и я кайфану с этого. Но я ведь являюсь хорошим игроком в игре World of Tanks. А нас в этой игре не так уж и много. Мы как какой-то вымирающий вид, которых можно заносить в Красную книгу. Большинство игроков играет намного слабее, и понравится ли им эта карта, только им известно. Да еще и в таком опроснике непонятно, что они наотвечают. Те люди, которые стояли на баске на карте «Воздушная гавань», я не знаю, чем у них отличается бой в «Воздушной гавани» от боя на карте «Штиль».
что штиль им не нравится, что воздушная гавань им тоже может не понравиться. Поскольку в воздушной гавани можно просто поехать и поиграть в игру. Карта предназначена для того, чтобы по ней ездить и принимать участие активно в игре, а не стоять на баске. Но я каждый бой видел в конце, когда я уже приезжал на вражескую базу, стоящих и ничего не делающих, то тяжей и жирных, то каких-нибудь ПТ, по типу Яги там. Что они делают весь бой на базе, мне неизвестно. Что они ответят в этом опроснике, я тоже даже не догадываюсь. Что человек, стоя на базе, ответит в опроснике? Понравилось ему на этой карте на базе стоять или не понравилось? Может, он не любит снег, скажет, но карта не очень, я пустыню люблю. Был бы тут песок, я бы на базе постоял бы, мне бы понравилось. А так снежок, мне не нравится, мне холодно. Я не знаю, что они ответят. Тем более 6 боев. За них невозможно на карте проехать все позиции, побывать везде, попасть во все ситуации игровые, которые могут случиться на этой карте, проанализировать их, понять, какой респ сильнее, слабее, есть дисбаланс, нет дисбаланса. Найти сильные позиции за 6 боев крайне тяжело. Я на этой карте буквально с 1-2 боя уже начал набивать по 7, по 8 тысяч урона. Для меня это не составило труда, поскольку я люблю изучать карты и сразу уже по мини-карте примерно понимаю, что и где как играется. Я сразу еду туда, где можно играть, и уже на местности ищу способы, как максимально сыграть хорошо. А вот что делают люди, которые на баске постояли? Или приехали на фланг, но сыграли на нем не очень. Просто потому, что сориентироваться на ходу в онлайн игре, где много онлайн игроков, которые делают неизвестно что, только они знают, что они делают. В этом всем сырборе сориентироваться и сыграть хорошо, понять карту позиции, это не так уж легко. И на новой карте очень много негатива идет от того, что ты не умеешь ее еще играть прям сразу. И только когда ты научился, понял карту, понял позиции прострелы, ты более-менее начинаешь уже понимать смысл карты, как ее играть, и можешь уже целенаправленно, осмысленно ответить на те или иные вопросы, вопросники в тесте в этом. Сомневаюсь, что за 6 боев на каждой карте с таким скиллом, который есть у игроков World of Tanks, получится вменяемый ответ. Надеюсь, я не прав и все будет четко, и та карта, которую я считаю лучшей, так и будет на самом деле для большинства. Я буду только рад, если людям эта карта понравится. И очень будет прискорбно, если какой-нибудь из блогеров крупных назовет какую-нибудь плохую карту хорошей, и просто так много людей за нее проголосуют, что она классная, и ее добавят в релиз. Надеюсь, такого не будет. Поэтому, честно говоря, режим мне нравится тем, что туда добавляют новые карты, я их могу поизучать, покатать и кайфануть от новых ощущений в World of Tanks, чего не было уже давным-давно. Это классно. Но вот к опроснику, к этим тестам и вопросам у меня какое-то отношение не очень. Там, во-первых, вопросы так составлены, что на них тяжело ответить четко, даже если ты накатал бои на картах, тебе нужно развернуто письменно на каждый вопрос отвечать, чтобы можно было потом понять, что я ответил. На мой взгляд, он не очень, этот опросник. Но в целом карта и режим классные. Надеюсь, эта карта понравится всем игрокам World of Tanks, ее добавят в основной режим рандомные бои, и я буду получать от нее удовольствие не только в этом режиме. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.